мы на рыбалку. И вот опять пятница. Да. Плывет. Ну точно, 10 килограмм. Это ясь, смотри, какой. Ух ты, ясь. Давай, вот это ясь. Вот это язик. Продолжаем нашу серию по рыбалкам. Вот, поехали. Сегодня солнечно, прекрасный день. Сегодня мы решили взять другую машину и с другой скарб. Потому что скарб наш в ту машину не влазит. Вот этот весь наш скарб забитый. Вот и здесь тоже, да. И это тоже все. И это все берут с собой 2 человека. На 2 дня. На 2 дня. Обалдеть. Все, погнали на рыбалку, речек. Рыбку ловить, поехали? Рыбку. Поедем ловить. Все, погнали, ребят, все, вперед. Нам еще палатку выставлять. Переметы сегодня выставляли. Хотя бы доехать. И доедем тоже. Вперед. Давай. Погода шикарная. Прям сегодня вообще ни дождика, ни ветра. Выборы закончились. И погода сразу наладилась. Вот. Так что мы едем на пару деньков порыбачить. Научиться сделать новые переметы. Я взял, сделал заготовки. Вот. Сделаем переметы, поставим на налимов. Может быть, щучку поймаем. Ну и, конечно же, отдых. Будет палатка, возможно, будет костерок, будем готовить на печке. Вот, 2 дня прекрасного отдыха. Наконец-таки сезон рабочий закончился, и теперь можно отдыхать. Что ты хочешь мне сказать? Что? На новой машине по лужице проедет. Вау. Красиво идет. Даже не полный привод. Отлично. Молодец какая. Кисево-месиво. Погнали. Значит, не пропадем нигде. Выберемся с любой кашки. Ну вот у нас первые приключения начинаются. Анечка застряла на тундре. Ой, где же она застряла-то? Я думал, действительно застряла. Включила полный привод и выскочила вот с этой лужицы. Ну, на другой машине бы, может быть, и не выскочила бы. А на полном приводе, на тундре. Ладненько. А я думаю, ну все, сейчас будет контент, как мы застряли на тундре. Ха-ха. Погнали, смотрите, какая красота. Это мы только начало пути. Вперед. Ну чё, освободите место, сэр. Посмотрел так, как будто ты кто такой. Впереди вообще жижа. Ой, блин. Слушай, надо было по бревнам ехать. Опа. Вообще, ага. Ну что, друзья, мы нашли классное для себя местечко для 2-дневного отдыха. Смотрите, какая красота. Какое красивое место мы нашли. Ехали, правда, на свое другое место, но его что-то мы не нашли. Прям заблудились. Вернулись и заехали. Смотрите, какое место шикарное. Даже тут мангальчик. Я думала, мы заблудились. Ричи, стой! Куда Нюка пошел? Нюка тут изрыдалась. Куда пошел? Осторожно, Ричик, там обрыв. Там обрыв. Вот. Так что сейчас мы ставим тут палаточку. Расчехляемся. О, да. Слезов. И вот здесь мы будем спускаться. У нас тут, сюда мы потащим лодку, мотор. И прям до берега. И вперед, вот и вперед переметы ставить.
Но пока я напилил дрова, сейчас немножко их порубаю. А я собачку кормлю. Анечка сейчас покормит собачку. И потом чай попьем. Да, чай обязательно попьем. Сейчас достанем кресло. А там у нас летит моторная лодка. Прям так красиво. Ух, какой красивый у нее заворот. Жух. Красиво идет. Тоже. Сумки полные, всего-всего. Хорошо пошел. Первым пробуем, первую пробу поджечь так, все-таки сухая. Вдруг все повезет и по-быстренькому все разгорится. Первый дымок пошел. Ура! Ну вот мы расположились компактно, оперативненько. Сейчас накачаем лодку. Попьем чай и пойдем ставить переметы. Листья красиво падают, на землю ложатся. Значит, скоро осень. Они так красиво бух-бух-бух и усыпляют землю. Ну что, готовимся к переметам. Надо срочно захватить немножечко живцов. А живцы у нас сегодня отменные. Будут пескари. Ох, туда надо нырнуть. Опа. Пескарики у нас сегодня на завтрак. Ух ты, какие они холодные. Ричик, где еда? Хватит? Да. Вау. Где еда, Ричик? Где еда твоя? Так. Там еда? У нас шикарные пескарики. О, о, Ричик тут же пытается поймать. На. На. Вот так. Скажи, я тоже люблю пескариков. Ну на, рыбку свою. На. Он у нас любитель консервы свеженькой. Шпротиков. Шпротиков. Ну давай еще тебе одного. Ты пескаря даешь? Да. Сейчас дам пескарика. Посмотрим. Так, ладно. Уговорили, сейчас я дам Ричику маленькую-маленькую. Это что там за лошадь? Подъязок или пескарь такой здоровый? О! Я ему ёршика дал. Надо было дать пескарика. Вот так. Вот такой вкусненький. Ням-ням-ням. Вкусняшный какой пескарик, да? Вкусный пескарик. Кушай его сразу, поглощай. Из чего у нас состоит перемет? У нас там пластмассовая трубка, веревка метров 10 капроновая, поводок мы привязали, маленький тройничок и пескарик. Нет, давай беленькую. Или пескарика попробуем. Давай беленькую. И сюда вот ему раз так заводим. Есть. Так, следующий. Следующий будет у нас пескарик. Через один бутерброд сделаем. Так. Вот он пескарик. Тройничок такой огромный.
И пескарик такой шустрый, скользкий. Так, под плавничком мы протыкаем. Вот такой пескарик у нас получился. На поводке. Так. Перетаскиваем. Одну. Ну вот как-то так. Есть. Так, я их, наверное, выдергиваю, потому что... Ну, подтаскиваю, да, сюда. Я думаю, что просто... Да, сейчас Анечка нам покажет. Есть кто-то? Щука, походу. Так, сейчас мы посмотрим. На, тащи. Давай. Первый живец. Есть? Есть, ага. Щука, походу. Так, сейчас мы посмотрим. На, тащи. Давай. О, кто это у нас? Щучка? Ой, какая щучка у нас, красавица. Какая зачетная. Ай, красавица. Не больше, не меньше. Стандарт полторашка. Измучилась, бедная. Она тут сейчас свою пасть, блин, не закрыла. Ух ты, какая у нее там пасть. Пасть-то пасть. Может, ты подержишь, я достану. Не-не, сейчас. Ну, давай. Как всегда, поехали на рыбалку. Еще шире. Это... Зубы еще, кстати. А, не, вот он все поменены. Да? У нас я все, он жабру, блин, раздал. Такой крючочек у нас был. Ага. Отлично. Да. Ну вот, да. С первым трофеем. Ну, так не держит его. Вот так. С первым трофеем. Поставили. Печек. Иди сюда. Так, ну что, у нас пришло время обедать собачки. Это в первую очередь. В первую очередь у нас кушает Ричик. А потом люди. Да, Ричик? Кормим мы его рубцом. Он очень ему нравится. Да, Ричик? Иди сюда. Иди вот с этой стороны. Иди вот сюда. Да. Иди, мой солнышко. Вот так вот. Вкусненько, да? Держи. Ай, вкусняшно как. Скажи, хозяин меня кормит. Молодец, хозяин. Надо покормить Ричика, да? Ему очень нравится рубец почему-то. Вот он его прям взахлеб кушает. Ничего так не ест вкусно, как аппетитно, как рубец говяжий. И полезно, и витаминчики. И с таким аппетитом. Ой, ты, боже мой, вкусненько как, да? Последний кусочек, Рич. Ну все, сыт, по-моему. Ну вот, мы и покормили с вами мопсика. Ричика. Домой. Рыбака. Заходи. Ну что, у нас пришло время пообедать.
Сготовил я суп с дошираков и с охотничьей утки. Утка была отменная. Она была сделана тушенкой. Потом супец. Вкусная косточка. Ну, соответственно, немножко майонезика, хлеба, и надо перекусить. Поймали мы пока только одну щучку. Переметы все молчат, стуколки все молчат. Такое ощущение, как будто за эти пару дней щука свалила. Поэтому берем черный хлеб, лук и вперед наяриваем. Пока Анна Николаевна отдыхает. Потом она проснется и тоже покушает. Да. Какие кости большие. Снимаем пробу. Прикольно. Вкусно. Горячий, правда, еще. Так, куточки можно снять. Мне абсолютно не интересно сейчас. Пальчики оближь, даричек. Лучок. Черный хлеб. И доширак. Ну все, хватит кушать. Наелся от души. Надо теперь будить Анюту и ее тоже кормить. Анютка, походу, спит и просыпаться не собирается. Лички ее охраняют. Постели же в палатке жарко, натопил. А он все равно лежит там и хрюкает. Ну что, мы поужинали. Сейчас у нас разгорелся немножко костер. Посидим сейчас чуть-чуть, чайку попьем. И будем спать ложиться. Утром рыбалка. Утро в палатке. Проснулся. Всем доброго утра. Мы проснулись. Такое прекрасное утро. Тишина, полный штиль, ляпота, природка, солнышко. Сейчас я вам покажу, что там. Опа. Смотрите, на каком прекрасном берегу стоит наша палатка. Ох, Ильичик тут бегает, метит следы. Итак, мы проснулись, наступил второй день нашего отдыха. Вот так вот сделаем, да. О, отчасти сопельки побежали. О. И утренний завтрак. Чашечка кофе с тульским пряником. Со сгущенкой. Со сгущенкой. Вот. В палатке было нынче тепло, отдыхали хорошо. Вальдемар сегодня всю ночь печку контролировал. Прям все очень душевно. Поэтому было комфортно. Утро наступило у нас еще краше крашего. Вообще все стало желтеньким такое. Солнышко так появилось. Вот, и сейчас мы идем проверять переметы. Подъехали мужики-рыбаки, говорят, у нас там на пластмасске что-то дергается. Вот сейчас мы проверим. Лодка вся покрыла синим, абсолютно вся. Так что утро удалось. Чай, кофе, допиваем, побежали. Пряником. Главная сила. Тульским. Утро в 8 утра. Встали в 6.
Еще прохладно, стали 7, еще зябко. Вот такой обрыв красивый. И сейчас мы пойдем проверять переметы. Утро славное, утро богатырское. Так, там у нас уже стоит накачанная лодка. И вон они, наши переметики. Сказка. Такое ощущение, как будто ты не в лесу находишься, а вокруг тебя фотообои. Фотообои. Так, Ричик спрятался. Вот. Ладно ли, друзья, пьем чай утренний и побежали проверять переметы. Очень интересное наблюдение заметил. Видать, как оползень был. Песок подмывало, сдувало. И вместе с этим земляным ковром деревья вот так вот наклонило. И они теперь все растут, как это, как штыки, шипы. Такие берег оберегают. Прикольно так. Не знаю, так ковер сгибается. И опа. И все теперь деревья туда смотрят. Мотор наш сломался. Что-то заводилка не хочет вылазить. Поэтому я его как поднял, так и спустил. Точнее, как спустил, так и поднял. Вот по такому крутому спуску. Туда раз, 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 раз. И я туда раз, 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 раз. Ох, какая шикарная погода. Просто прогуляться. Подышать свежим воздухом. Красота-то какая! Как красиво кроны! Идешь себе такой, идешь по лесу. Тут бац, палаточка стоит. Дым в трубе идет. Люди на стояночке. Хорошо кому-то отдыхается. О, лодочка. Спуск такой крутой. Сейчас пойдем переметы проверять. Может, что-нибудь за день допоймалось. Полетели. Какой катер полетел. Жух. И вот такая... Защитник. Медвежатник в деле. Ага. Охранник. Бока надавил. Разберись, разберись, Рич. Кто там нашу рыбу тырит? Только с обрыва не свались. Пока еще... Да? Вот ветер ушел и так потеплело, нет? Вон небо разъясняется, видишь же. Последние сейчас облачка уйдут и все
И там уже солнышко. Проверка переметов. И Анечка кого-то достает. Налим? Щука. О, хорошая щукенция. Хороша красавица. О. На заглотушку. Ой-ой-ой, быстрей, быстрей, быстрей. Ой-ой-ой, смотри, какая она. Прыткая. Вообще. Я, блин, такой не видела. Да. Как зимой. Ну, не, зимой даже такой нету. Она правда по-другому дёргает. Так, как обычно. Держи крепко, а то сейчас уйдет. Да, конечно. Давай ее тогда в ту засудим. Да подожди ты. Давай, доставай чемодан. Ну, блин, мне неудобно. Кидай ее пока в лодку. Да она сейчас в лодке тебя выскочит. Ну, давай вот в эту пока. Кинь ее. Ладно, сейчас. Давай. А где она? Подожди, где щука? А, у тебя? В садок ее положи. Я говорю, садок-то садок. Сколько хватит. Ох, какую щучку Анечка достала. Вот. Зубастая. Что ж такое-то? Только разбирай. Да, отпусти. Ну что, друзья, наступило утро. Анечка выпускает живцов, которые добыча. Были недоедены были рыбой. И в канде, и где хочешь были. Да, и ночью нами наловлены. Пескари, беленькая, вся интересная такая. О, смотри, тут даже нет. О, смотри, верши какой. Есть, которые... О, какой пескарик. Что, может, пожарим? Да, ну, давай, отпускай живность. Все, выпустили. Ну, теперь мы проверяем переметы. Погнали. Давай, Анечка. Он сработал у нас позавчера. Ух, смотри, как палку бьет, смотри, как бьет. Бух. Там 5-килограммовая. Ну, 100 пудов. Перебежь сейчас свой трофей. Аккуратно. Сразу с бутылкой, да, с пробкой вытаскивай, Ань. И тащи ее. Давай. Заколотила так, что не достать. Так. Что-то. Вон она плывет, плывет, плывет. Ну точно, 10 килограмм. Это ясь, смотри, какой. Ух ты, ясь. Давай, вот это ясь. Вот это язик. Позарился на живца. Обалдеть. Вот красавчик. Вот. А ну бери, бери, бери. Совсем маленький был. Подержи. Да, возможно. Пескари здесь были. Ну что, вот такого Анечка вытащила язя. Красавица, молодец. Котлета. Котлета. Привет, котлета. У него там это аж рано. Ему еще лятутечка. Погнали. Третий перемет. Анечка снимает живцов с переметов. И отпускает. Щукам на съедение. Так. Отлично. Все, пойдемте аккуратно. Достанем четвертый. Наш перемет. Никого? Ника. Да, куда ты вбиваешь там? Так. Ну и того мы все с рыбой. Наловили от души. В предыдущем сюжете было побольше. Там целый бочонок. Ну, попали на такую погодку. Ну вот, ну вот наши переметы закончились. Сматываем удочки. Ну вот, и мы добрались к счастливому окончанию наших первых выходных осенних.
осенне-зимних. Было прекрасно. Сон исключительный, отель 5 звезд, как всегда, набирает обороты. Выспались, отдохнули, на жарешку себе споймали. 2 ночи поспали, сутки порыбачили, переметы все сработали, спиннинги не захотели, стукалка не захотела. То есть еще немножечко щука не подошла. Ну, а в основном был прекрасный, шикарный отдых. Кто-то даже выспался, отмена. Телефоны не работают, связи нету. Ляпота. Вот. Сейчас мы грузимся, дозавершаем. Смотрим, там какие-то рыбаки или отдыхающие. Оставили мусор, мешки. Целый мешок. Захватим с собой, да, у нас есть. Сейчас мы его заберем, увезем в город. Там хоть мусор есть. Вот. Но в основном просто было прекрасно. Ну, такое ощущение, как здесь тропинка была. Да, и тут люди, люди ходили пешком. Угу. На работу. На работу. 100 лет назад. Да. Ладно, вот. До всем пока. До новых встреч. Сейчас разгону. Так, да, у нас чистота, да, порядок. Слушай, его не забрать, он, короче, весь полный. Его надо заматывать. Все? Да. Поехали. Опа! Ура! Заводим машину. Пишите комментарии.